В Самаре прошло 7-е заседание Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти регионов Приволжского федерального округа. Собрались представители всех 14 субъектов ПФО, председатели Заксобраний регионов, среди приглашенных представители молодежных парламентов ЛНР и ДНР. Что беспокоит молодежь и какие вопросы стали предметом обсуждения на заседании, расскажет Галина Топилина. На заседании Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти в ПФО обсудили меры поддержки инновационной деятельности и молодых ученых. Проводили большой опрос вместе с законодательными собраниями и советами ректоров субъектов Приволжского федерального округа, где прямо задавали молодежи вопросы, нынешние студенты, которые занимаются инновационной деятельностью, какие они меры поддержки, соответственно, видят. Предложение молодых парламентариев поддержать молодых специалистов, работающих в сельской местности, нашли поддержку у старших коллег. Мы еще продолжим, в том числе анализировать те документы, которые в регионах имеются, для того, чтобы их поправить с точки зрения комфортности проживания и комфортности приезда молодых людей на село. По словам участников, совместная работа – залог успешного решения поставленных задач. Одно дело, когда каждый регион индивидуально обращается с какой-то инициативой. Другое дело, когда целый ряд регионов, объединенные в формате ассоциации, усиливают свои предложения поддержкой друг друга. В завершении участники встречи подписали соглашение о сотрудничестве с молодежными парламентами ЛНР и ДНР. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События.